Всем приветик, ребята. Сегодня такое видео необычное, распаковочка. Сегодня я искал, в общем, почти сутки я искал одну фишечку, мне срочно нужна, и я ее нашел, я ее купил. Мне привезли, я ее купил. Вот такой вот магазин. Кто охотник? Вот такой вот магазин, да. Магазин военный. Вот пришли мне такие штучки. На данный момент, скажем так, как мне объяснили, круче, чем это, не существует. Ну, и существует, но более дорогой вариант. Но это самый дорогой вариант, который был вообще на данный момент, на сегодняшний день в наличии. Сейчас распакуем, посмотрим, что это за лабуда. Вот такая вот упаковочка. Вот. Наклеечка какая-то. Не знаю, куда ее наклеивать. Вот. Как-то вот так сделаем, да. Так, инструкция. Midland Word. Это тихо. Сейчас все, подождите, не могу понять, откуда. Ага, Италия, это экспортер. Это экспортер. Здесь где-то написано, чье производство. А, подождите, где-то здесь на коробке должно быть написано. В общем, это Америка, как я понял. Вот, это марка 4S. 509 0S. Куча коротких всяких бумажек. И что у нас здесь идет? Здесь у нас идет вот такая станция. Идет батарея. Батарея, кстати, такая довольно мощная. Вот. Как-то она вот так собирается, да? Идет антенна. Пакетики так отлично открываются вообще. Антенна, кстати, ребята, я смотрю, хорошая антенна, контакты позолоченные. Вот эти зажимы еще мне дополнительно пришли. Вот, чтобы фиксировать на карман. Еще одна наклейка. Вот. И блок питания. Блок питания чем хороший? Это 5-вольтовка. Да, 9-вольтовка, но можно заряжать от пауэрбанка тоже. Просто штекер от пауэрбанка, кабель сюда идет и заряжается. Зарядка очень простенькая, потом поставим заряжаться. Здесь, в принципе, она многоканальная. Вот, дисплей меняется цвета. Так, три цвета дисплея. Также здесь есть FM-радио. Как-то оно включается. FM-радио есть. Так, что здесь еще есть, ребята? Здесь есть еще 128 каналов. 5 вольт, ОНФ, УПФ. 50 каких-то тонов. 208DCS кодов каких-то. Короче, тут какие-то параметры. И что мне еще понравилось, здесь есть SOS Energy Function. То есть спасательная функция, кнопка спасательной функции. То есть, если человек ранен, да, допустим, там нажимает на кнопку, идет сигнал, пилингуется сигнал. И по этому сигналу вот, человека находят. Вот. Батарея довольно долгоиграющая, как мне объяснили, но мне сказали, что
Лучше ее сразу поставить подзарядить, хотя она показывает здесь. Здесь она показывает полную батарею, но сказали зарядить. Вот, ну такая, на вес и не тяжелая, ну и не мобилка. Такая, тяжелее намного, чем мобилка. Вот, дальность ее, короче, как мне сказали, пробной местности до 50 километров дальность. Вот. В городе 15 километров бьет без усилителя, даже на самом обычном сигнале. Вот. Ну, в общем, кто меня знает, да, смотрит меня часто, там, стримы мои смотрит. В принципе, вы знаете, да, кому это все идет. Вот. Если кто не знает, я специально для орков говорю, это идет в ВСУ. Вот. Стоимость такой игрушки одной, вот, около соточки евро. Видите, мы покупаем радиостанции нашим ребятам. Вот одна коробочка, вот вторая коробочка. Вот. А вы покупаете носки и на них пишите «Россия», типа вы патриоты. Вот еще одна радиостанция. То есть вот так, ребята, вот по этой простой причине, таким сильнограмотным, как Александр Ром, вот, как Лариса Голосова, я могу сказать, ребята, что вы просрали эту войну. По той простой причине, что мы друг за друга порвем, потому что мы украинцы. И мы этого стоим. Понимаете, мы стоим для того, чтобы быть свободными. Мы свободная нация, и мы вообще, получается, отдельная раса от вас. Понимаете, я вот как только вот смотрю какие-то новости, я смотрю, что творят ваши ЧВКшники, вот эти урюки узкоглазые. Понимаете, это, я не знаю, вы не люди просто. Вот. Это такая мелочь, я сегодня просто погулял с ребеночком, со своим, да. Вот, отзвонились, меня привезли домой прямо, и все пучком. Все чики-бум-бум. И это только я один, да, вот это я один пошел, скажем так, и купил. А таких, как я, у нас здесь сотни тысяч.